Stânga, dreapta, stânga, dreapta, în pravă, în stânga, în levă, în pravă, în levă. Внимание! Hajime! 1, 2, stânga, dreapta, сейчас. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Нет, Маша, не отпускай захват. Ты взяла? Сюда сделала, потом отпустила, потом стол заберешь. Наши маты, баскетбас. Вытащите вино. Вытащите вино. Не надо меня заправляться каждый раз. Что, девочки, что ли? Второй номер. Хаджиме. Прошли. Уно. Двое. Три. Патру. Уно. Двое. 3, 4, 1, 2. Что ты делаешь, Эмилиан? 3, 4. Тебе не стыдно, чемпион республики? Тебе не стыдно так поворачиваться, как новичок? Значит, смотри, сколько все, что ты носишь туда-сюда? Что ты, ёжик не помнишь, что ли? Что тебе не снимает? Ну, потому что у него хорошо держится, он не девочкой не управляет. Приготовились, давай. Так, сейчас делаем так. Беремся второй рукой. Один правый, другой левый. Стынга, дряпка. И подворот. Первый номер, второй. Пошли. Уно. По очереди. Двое. Уно. Двое. Уно. Двое. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Хорошо. Сейчас. Первый номер делает один раз вправо, один раз влево. Что такое? Нет, плохо. Так. Пожалуйста, приготовились. Значит, сейчас как? Первый номер. Стынга, дряпка, стынга, дряпка. Хаджиме, пошли. Уно. Да, уно. Двое. Uno, dois, uno, Alina, uno, dois, uno, dois, uno, dois, três, quatro. Tá. Денис, да? Идешь к Сергу. Сергу, ты чуть-чуть аккуратно делаешь, аккуратно, потом она делает. Так. Значит, внимание сюда, учкоми, учкоми, ушли все сюда, все сюда, и отсюда делаем сюда. Денис, мы сделаем наоборот, сделаем наоборот, сделаем наоборот. Что ты сел? Что ты с нервами садишься? Ножки болят? Пошли, я тебе конфет дам. Веда, три, так. Здесь хорошо, здесь хорошо. Так, Денис, что ты сел? Я съел, Сергу уже. Что Сергу? Сейчас пойду тебе. Так, куда тебе найти? Маша. Да, вот иди к Маше. Вперед. Маша не поднимает. Маша может тебя. Вперед, Маша, вперед. Нет, да, а ты что? Мария, давай, тогда. Маша, вот чекови. Да. Он сделал? Да. Покажи, тут покажи. А ты знаешь, как я не хочу смотри, ноги разворачиваются. У меня ноги разворачиваются. Подними ноги. Оп, подворачивай. О, да, не ты молодец. Чем больше? Нет.
Да, 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 я стоял. Ну, жена. Пошли, пошли. Вот так. Все аккуратненько. Давай, Коль, давай. Так, теперь поставь его так. А, покажи. Эдуард, давай. Нет. Ты должен сделать шаг вперед. А потом он должен выйти. Ну давай еще раз. Хорошо, пошли, пошли, пошли. 5 минут, пока не подохнете. А то иди тогда. Еще раз выйдет. Давай. Другой ногой. Другой ногой. Ой. Перестал. Другая нога вперед. За локоть он должен тянуть. Очень просто. Выводи. За локоть должен тянуть. Нет, другой рукой. Другая нога вперед. Ну тебя я понимаю, что это. Он должен другую руку. Так, еще 2 минуты осталось. Нет, еще раз. Вот, как только фронтал, локоть держит. Подними локоть к себе, чтобы он не мешал, сделай шаг назад. А ты смотри, что делаешь. Этой рукой тянешь, нога в крике, потом больше повернуть в эту сторону. Ну, ты же получишь или нет? Вот так. Хорошо. Матем. Хорошо. Что так? Прости. Взял, встань на середине. Один. Встань. Вот отсюда. Стоп, встань вот здесь. Покажи, как ты идешь. Пожалуйста, без партнера. Без партнера, давай. Хорошо, без. Без партнера, иди назад и делай. Ну, Алина, Алина, что можно? Смотрим. Молодец, Сырбов. Умница. Красавец. Расскажи ей спасибо. Так, сейчас. Хорошо разняли шею. Всеми на колени. Будем все в партере. Партере нужно положить противника на лопатки. Правильно сделали? Убить его, все, чтобы он был человек. Учколе? Учколе, бросок через бедро. Берешь руку снизу или за шею, подворачиваешь, чтобы не бросаешь. Чуть-чуть держишь и отпускаешь. А, о, дорогие, теннис, да? Или кто? А, подожди. Давайте. Маша, дай я буду учить внутри. Светка, дай я поеду. Я буду его учить. Покажи ему, пожалуйста. Так, может тебе Машу отдать? Нет. Да, все, хорошо. Так, Данис. Да, я тут. Нет, ты нет. Приготовились. Аджина, бой, а? Аджина, боремся в партере. Так, стоп, Маша, Мате, Мате, Суркан, ты можешь? Алина, 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 ко мне. Так, руки никогда не расставляй, по фокусу сюда. Идешь к Маше. Маша. Иди сюда. Выйди. С ней борешься. Сырку возьми, Даника. Сырку возьми, Даника, говори. Можно быть, да. Так, нет. А, сырку, да, это, Вадим.
Взяли за два, да?
Еще раз. Лежать назад, да? Раз, согнули, согнули его лоб. И бросок. Что ты стоишь ноги вместе? Еще раз. Ты должен мне помогать всегда, я показываю, а не бороться с тобой. Фронтально стой. Еще раз. Вытащить. Вытащить и падай. Вытащить чуть-чуть. И отсюда. Два раза так и два раза водка. Тот же самый захват, но только отворот я не делаю. Раз, отворот. Эту руку отпускаем, видите, захватываем. И в эту сторону. Оп. И меняемся. Два раза лоб вправо-влево и меняемся. Джет! Пошли, сейчас бороться будем. Стойки? Нет, падай. Нет, нет. Давай, давай, давай. Давай! Девочки, так, я снимаю доктора Клюркина. Два раза сзади руки. А он сделал вот сюда заправку перелево, а потом он очком не делает. Не бросает, очком не делает. Вот ты Я кого-то не беру.
Я не могу понять. Вы работаете или не работаете? Это я не могу. Это я не могу. Что ты можешь? Вот такой не буду делать. Цель повторения, ты куброк. Вот это акробатику делать и ерундой заниматься. Сидишь вот там, когда акробатика, а потом не можешь, боишься. Делай задницу. Что с твоими ушами? Что они у тебя болтают? Держи за собой. Вот он взял за собой. Пусти здесь за собой. Вот там ноги шли. Сядь. Сядь. Серво, все работает. Сядь. Серво. Все. И сама сюда упала. Серво. Начинаем. Нет здесь девочки, мальчика. Держи за собой. Сядь и не сиди. Серво. Раз, два. Садись. Не, эй, эй, эй. Сядь. Наклонись немножко. Пол. Эй. Эй. Дай ему бух. Дай ему бух. Я сейчас снова поговорю. Работай. Задрали меня. Бывай. Что ты стоишь? Работай. Он поезд бегает. Он меня обменял и грамотный. Пару чинит, но 100 лет тренируется. Присядь. Заклонись в голову чуть-чуть. Ноги сопи немножко. Ну а что я должен делать? Как я тебе должен? Прошу тебя. Отпускаю. А ты все равно мне какие-то проблемы делаешь. Мася, у меня жену ноги не пахнет. За жену. Идешь к Калине, да, ты идешь с Эмилианом, с
Слушайте меня всегда внимательно. Поворачивайся. Никита. Он Гуряну не отнял, Гуряну. Так. Все. Значит, еще раз. Ты борешься, знаешь как? Борешься, делаешь бросок, остаешься в стойке. И держишь двумя руками захват. Это разминка, это рандер. Что такое рандер? Это игра в борьбу. Это вы будете внимательны. Стараться как бы чуть-чуть без бросков. За счет движения. Раз, два, сюда показал, сюда показал, сюда показал, сюда. Не обязательно бросать. Показать бросок. Один, показать. Как? Без бросков сейчас борются. Нет, у Чехов это поворот. А рандеры это борьба без бросков и с бросками. Ну, это разминка, понимаешь? Вот футболисты разнялись, и они играют в квадрат. Но они не играют в футбол. А потом они тут играют в футбол. Паша, пошли. Пошли. Машенька, подвиньтесь сюда. Маша, подвиньтесь сюда. Маша, я тебя сразу предупреждал. Я сразу сказал, Маша, ты идешь на дзюдо. Я буду требовать, я буду заставлять. Подумай, не вруби сердце. Маша, нет, я на дзюдо хочу. Я сказал, Маша, думай. Я всем говорю, думай, потом не обижай. Потом все мешает для меня обижаться, что? Что? О, это другое. Ну уже это невозможно. Уже можно только если взять. Уже директор не переводит на мой сердце. Я тебе могу представить, какая секция хорошая. Теннис. Там ничего делать не надо. Там можно сесть на окне и сидеть. А здесь ты должна приходить с улыбкой. А теперь на то, что я хочу бороться! Вот так, как ты начал. Эй, что вы сидите? Вот чуть-чуть поговорите. Ну, а смотри, вот ты здесь, ты как даст, научил его на свой голос. Так, я не понял, кто там с мешком? Рожай пошел, да? Владимир, руку отпусти и уходи, что ты держишь ее за шею? Ты же решил, что удержали, а? Сам себя держишь. Можно поезд взять? Арина, можно поезд сверху взять? Он? Ой, вам почитал. Я в шоке, молодец. Yeah.
этот самый Гордика. Гордика. Мне черный. Молодец, хорошо. Гордика. Это завтра покажу. Мне надо черный. Потом задний подброшу и через бедро. Право, влево. Давай, пошли. Если он делает хорошо, пусть он тебе делает еще раз. Ты здесь, ты вот здесь. Право здесь, и влево здесь. Бедро. А, сзади. Хорошо. Ой,
Ты, я не буду говорить, что ты на 30 килограмм больше 40 весишь. Ну так, так держи его. Вика, стойку. Опять удержание непонятно. Это не удержание. Опять это не удержание. Латы, стойку. Все в стойку встали. Все в стойку. Партнеры бороться только 10 секунд, а не полчаса. Не можешь сделать, Сава. Спасибо тебе. Костик, сними чучело, пожалуйста. Оно плохо держит. Можешь, Сава? О, и туда в уголочек поставь, пожалуйста. Вот так. Давайте, парики, что вы стоите? Еще раз говорю, не нервничай. Не нервничай. Не работай на силу. Хорошо, хорошо, Вадим, молодец. Вика, стой, Вика, стой. Вот так, умница. Давай, Вадим, держись. Держись, не давай ей захват. Отлично. Держать, Маша, держать! Владимир, бери голову, руку с головой уходи! Вот так, вот, молодец! Тащи руку, тащи! И на болевой садись! Сядь на болевой, тащи, он тебе все равно отдаст! Морды, ковер! Ну, убирай голову в сторону! Матэ! Матэ! Встань в стойку! Теперь все встали так, как были по парам. Все встали так, как были. Кем ты был? Сунгуряна. Вперед, Сунгуряна. Елена, Никита. Так, Арина. Все была. Даня. Даника. Сербус, Маша. Вика сюда. Арина, Арина. А ты ее бросать можешь? Аджимы, боремся! Костик, Валерий! Вот так, пошли! Рандари! Стоп, подождите. Стоп, все встали. Дай стойку. Так, Туркан боролся с Машей? Да. Вот по Борису Емельяну. Он в зубах ковыряет. Сюда, Емельян. Сюда, подождите. Так, Никита, идешь к Маше. Никита, ты не бросаешь ее на руку? Она тебя бросает, ты не волнует. Как упадешь, не волнует. Ты должен держать меня ручку, постараться остаться в стойке, чтобы мне Машенька не ударила. Че? Пошли. Дальше будем. Дальше. Боремся аккуратно. Костя, Костя, правая рука низко, да? И ты когда будешь делать или сзади, правую ручку повыше, около шеи держи. Ну, шею, Владимир, ну, может, шею. Нет, так уже не держи. Вот я, Владимир, вот я. Вика, наоборот, иди сюда, ё-моё. Хорошо, давай. Владимир, что ты не жесть? Блин, первый раз. Я вас увидел. Эй!
Что вы сидите? Прости, прости. Прости. Не настроен, пацан, не настроен. А как ты будешь печатать, если у тебя уже сила нет? Да я только покушал. А как ты печатаешь? Как ты можешь успеть, если ты печатаешь? Я выключаю. Костя, иди к Эрику, Машенька, идите сюда. Машенька, идите сюда. Сядь, сиди, отдыхай. Костя, да где Эрика? Эй, Матер! Матер, посмотрели на меня! Если увидишь, что кто-то в партере, кто борется, сразу буду бить. Буду бить тот, кто съест. Ты слышишь меня? Иди сюда. Поворачивайся. Ты даже не слышишь, что я сказал? Да. Да. Сколько можно лежать в партере? Где ты должен бороться, ты не поганая? Вот где ты должен, вышла поганая. Вот сюда. Вот твои команды, вот, что вы там делаете? Че? Нет, прости, можешь чуть-чуть побороться. Вот я не вижу, но можете делать. Сейчас кормить, а ты подсказывай мне. Дай вам держи деньги. Ну, Эдик, глупо, Эдик, глупо, глупо. Что такое? Что ты на скине у кошелька? Вы не захват Сергеева. Спасибо.
Где двигаться? Без помощи шага. Так. Сейчас борются Алина, Маша, Никита, вот Угурянов. Становится сюда. Нет, девочки, я здесь. Угурянов, Никита, сюда. Я тоже хочу. Сюда. Так. Костик, шутят, пожалуйста. Я хочу. Так, Денис с кем? Иди, Вика. Вика, все, все, ушел туда. Ушел туда. Даня, сел. Приготовились. Стелла, ты готов? Че? Че? Кристина, уже надо пора. О! Так, сейчас я попробую. Одним брейс. Стелла, ты что прыгаешь? Как? Защитник. Задуши ее. Стелла, 10 секунд, парни. Ну, ты не менее час. Отлично. Постой. Вика, из-за тренировки. Вот отсюда, ты души его. Смотри шею, души уже, он же шею упадет. Вот это точно. Нет, вставай, стой. Ой, Вика, ты меня убиваешь. Я не ожидал от тебя. Что, Маша, все? Нет, иди сюда. Денис, поменяемся. О, смотри, быстро вылетела. Иди сюда ко мне. Что, Борис? Давай, Борис. Алина, будь аккуратна. Отлично. Стоп. Дойку. Молодец, упугал Алина. Молодец, Денис. Так что, маленький красавчик. Держи локоть. Да, вот. Может, и не Кристе бережи. Сын, что такое? Подскользнулся на соплях? Вика, опять некрасиво убежали. Ты же видишь, он вообще не... Ты повернись боковой сделай. Хорошо, понял. Отлично. Сергей Анатольевич, ты полный толь. Вот это, Никита, да?
Маша, Алина, сюда. Я еще хочу. Стали, Туркан. Сюда, сойди. Так, Никита, ты с кем был? Я с Даником. Ты хочешь с Даником? Можно я? Можно я? Нет, нет, нет. Сырбо, иди. Сюда, Костик, выйди с Даником. Кузиночка, сюда. Вика, Маша. Ты аккуратно будешь. Будешь аккуратно. Будешь аккуратно. Слышите? Нет, ты же. Хорошо, иди к Никите. Так. Все, кто будет? Кто? Владимир, вперед. Емельян, иди к Данику. Диня, встань ближе туда. Эй, боремся аккуратно. Валерия, что ты сидишь? Встал. Все, завтра я буду уже с тобой бороться. Готовься. Эй, аккуратно боремся. Отжимаем. Еще раз, партнеры, 3 секунды и встать сразу. Почетный захват, Костя. Не надо где-то там сутуру. Возьми захват, стой прямо. Снизу руку, снизу. Где стоишь, что сразу? Правильно, 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 Маша. Мария, правильно. Еще за хвост, возьми длинную сутку. Смотри, кто увидит, как красиво будет. Он упал, и здесь они стоят. Сразу же, только ушли. Пошли, пошли. Снизу руку, под мышку, Костя. Под ручку туда. Оп, аккуратно, не ломай ногу. Хорошо, сейчас удержала, все, просто поаккуратно. Победно. Победно? Все, опять жопа новый год. Что у тебя за захват? Андрюха, что за захват? Ты что, танцуешь здесь? Ты ж балет. Давай. Видно, не прыгай. Подсечки, как прячешься. Вот, видите, смотри, как Дани хорошо борется. Семеляна. Что? Гуляна умер. Молодец, Владимир. Владимир, иди сюда, мои цараны мои, иди сюда. Ты в голову. Что он делает? Сразу стал уходить. Захватит раньше. Вот я взял отсюда и бросил. Зачем ты поставишь? Другого. Пошел бросать. Ты понял? Какой захват взял, он убегает от тебя, а ты его отпускаешь. Болит что-то? Устал? А? Нога болит? Ну сядь, я хочу. Нет, вот так, вот так. Давай, я тебе.
ничего не наступили. Стоп, стой, Косолапый. Стоп, Емельян. Молодец, вот туда, Владимир, вот туда. Матен, поклонились. Так, Кости, Петя, сядьте туда, 2 секундочки. Все остальные сюда сели. Сели сюда. Все остальные здоровые, дохлые, мертвые. И мертвые. Еще раз. Послушайте меня внимательно. Слушай, что? А, привет. Что такое? Объясни. Открыл бок. Ой, открыл бок. Значит, там можно. Там можно. Потому что тут нужно не просто так открыть под сугуб тогда, а нужно подставить воду собирать. Маша пойдет. Паша.
скажи. Так, кто? Здравствуйте. Два. Чуполин. Никита. Иди с ним. Даня. Даня. К нему. Сын. Паджи. Паджи делает. Давай, давай, давай. Ты найдешь? Каждый сам! Каждый сам!
Приносите вон тренера. А то жрут и кушают, жрут и кушают. Пошли, что сидишь? Или работа не нафиг уходи. Сто раз должен делать, если хочешь быть чемпионом. Матер, теперь смотрите. Как учитесь, так и делаете. Посмотрите. Перекат, и ноги мои здесь. Перекат, ноги мои здесь. Перекат здесь, показываю. Раз, руками, гоп. Раз, руками, гоп. Раз, руками, гоп. Пошли, как же сам. И поворачиваемся. То есть задницу в сторону ставим. Осторожно ударишь. Угрям, вот сюда, пожалуйста. Ну, ну, вот, поворачиваемся. Поворачиваемся. А то тухи отъели на каникулы. Не пухнуть, ничего не могут. Ужас просто. А теперь делаем по-другому. Теперь по-другому делаем. Отсюда ноги туда должны уходить. Раз, разворачиваемся сюда. Пошли. Ну, покажи. Вот умница есть, Кристина. Маша, почти. Нет, цирку. 180 градусов, а не 90. Матер, встали по парам. И теперь вот так и делаем. Взяли раз, повернулись и болевой. Пошли. Два раза один, два раза другой. Пошли, осталось 2 минуты у нас. Вот, Владимир, еще больше тухи свой вытаскивай. А разворачивайся. Что? Что с твоими руками? Вот так. Сейчас смотрю. Карина, парты, лежишь на спине. Ножки согнуты, руки согнуты, или в замочек, или так. Смотри, или отворот. Обе ноги вверх и поворот. Эй! Тебе не хватает, что тебя голова будет? Твоя рука будет болеть. Ну, поводи же. Молодец. Давай, делай, два раза, он не хочет делать кисельку, еще ему. Цирку, давай, остановись. Вот, молодец, так, и уже более-менее. Нет, ты ее сталкиваешь, смотри, почему ты не тяжело? Потому что она должна находиться. Я думаю, как можно ближе к тебе, а чем дальше, тем тебе сложнее. Давай. Емеля, что ты держишь? За нас его держишь? Держи локоть, чуть выше локтя. Ты же отворот. Ну, поднял ногу. Оп. Как пошел ногами. Раз, вверх и поворот. Еще раз. О-о-о. Бери захват. Быстрее. Держи руку. Какую руку отпускаешь? Какую руку отпускаешь? Отпусти. Ногу подними наверх. А эту поставь. А эту поставь. А теперь что нужно делать? А какую руку нужно делать? Готовы на это? Да, болево, что мы сейчас делаем? Что ты делаешь? Ноги сразу. Ушел. Блин. Объясняешь. Иди сюда. Вот смотри. Вот ты держишь. Отпустил руку, ногу поднял. Вот. Раз. И поворачивайся, поворачивайся, поворачивайся. Раз. И болево. А? Ну? Серго. А знаете, почему вы видите? Он что-то балуется. Он и ты. Давай, я посмотрю. Если он тебя тронет, я его сейчас голый пущу, без трусов домой. Молодец, Серго. Два раза ты, два раза он.
Баскинбас, номер удоля. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Оп. Ноу. Зече. Хорошо. Теперь делаем... Тинга дряпта, первый номер, вправо, влево. Хаджиме. Уно. Уно. Дой. Трей. Уно. Дой. Тинга дряпта. Уно. Дой. Трей. Патру, Илюша. Вправо, влево. Вправо, влево. Пошли. Пошли. Вправо, влево. Сделала? Вправо, влево. Сделала? Иди сюда, через спину с колен идешь. Пошли. Матей, поменяли. Второй номер. Пошел. Уну. Двое на через спину с колен. Трей. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Уф. Ноу. Сечене. Матей. Так. Теперь ушли все туда. Давай, 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 10 раз.
Давай. Оттуда сюда. Сюда. Сейчас я не шкурник. Просто в уголочек туда. Сделала? Еще раз. Вот так. Сейчас ты отдыхаешь. Идешь к Илюше. А, подожди, Илюша один? Нет. А, нет, Игорь Пастухов. А, значит, да. Ва, идешь туда, нет, нет, ты идешь к Илюше, а ты идешь к Михаилу. Да? Михаил не да. У Чекоми делаем движение сюда и обратно. Пошли, пошли, пошли. Я и она. И она тебе, и ты ей. Пошли, у Чекоми движение. Вон он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Движение, идем назад. Идем. Аккуратненько, аккуратненько, не спешу. Ножки, ножки, ножки печёры. Держи его. Держи его большой, держи его. Тянем. Так. Вот так, как Георгий делает. До свидания. Хорошо, Матвей. Теперь боком. Смотрите, боком. Там, где локоть. То есть, если вы повара, вот, вот вы встали, поворачиваетесь, да? Значит, это плечо вперед. Раз, два, и сюда поворачиваете. Раз, два, и сюда поворачиваете. Пошли, плечо. Давай, вперед. Раз, два, три. Делай меньше сейчас. Я? Да, потому что ты сюда, да. Вот. Голову, голову, правильно. Иди, голову. Давай, Игорь, помучи его, чтобы он не отдыхал. Меня задушить. Иди сюда.
теперь пока. Ну, нет, да. Нет, нет, нет. Где тренер? Тренер? Нет. Вова, Слава, дай тебе отдохнуть чуть-чуть, да? Дай тебе чуть-чуть отдохнуть. Иди в Георгию. Нет. Да. А ты пойми с Илюши. Миша, Миша, вот сюда уголочек. Вот сюда. Вот вы вдвоем подойдите ближе сюда. Вот сюда, вот сюда, мальчики. А, о, да, умница, да. Все, приготовились. Так, по какой борьбе боремся? Дзюдо. Вы дзюдо. Самбо. Вы дзюдо. Нет, не дзюдо борются. Вы не самбо, да? Дзюдо. Дзюдо. Ну сами договаривайте. Джем! Так, вот та девочка будет у нас заниматься. Стоп! Так, Илюша, перейди, пожалуйста, вот сюда. А ты, Петру, перейди, пожалуйста, туда. А, даже нет. Илюша, перейди к нему. Иди сюда. Миша, а, ты там его умучаешь, да? Да. Можно вот с ним, а я с ним. Да. С кем? Со Славой? Давай, побори с ним. Саша, что посмотрите? Опа. Зацепил, куда даже выходила эта... Вот там, там идет труба. Там где-то горячий или вообще холодный. Пойдем вот там, попробуй и подпускай. Потому что мы там воду спускали, но я не знаю, она горячая или нет. Держи, сюда чуть-чуть. Да, внизу там. Там две трубы. Ну что, левее, вон. Холодный? Сади. Я в шоке. Знаешь, внизу вентиль закрутили кто-то. Оно ж ноги напор и вниз. Не там надо. Как больше будет Я здесь открывал, мне кажется, надо посмотреть. Мальчики, аккуратно. Смотри, воскресенье, сейчас тебе скажу. Пол десятого надо видеть что-то культуре. Кимоно, красиво одето. Потому что это чисто тренировочные сборы, когда приезжают тренировочные показывать. И даже там может быть, я не знаю, там может быть пропал, может быть нет. Я еще позвоню. Вот. И ты придешь, там все девчонки должны подойти все вместе. И вы там посмотрите, что-то попробуйте, что-то там. Там не столько борьба, сколько нужно посмотреть, как это правильно делаешь. Потому что я ж не все умею делать. Я не умею через спину своем хорошо показывать. Но потом сейчас дзюдо много приемов новых. Они будут показывать, как мне не нравится. Может, вот у нас ребята, вот, например, раньше все хорошо боролись по тренинге, сейчас не борются. Так, что у нас? Нет, там девочки, мальчики.
Дай я подумаю. Игорь пойдет, Игорь будет бороться в субботу поступово, и на следующий день должны прийти. Так, я все. Артем, а ты? Что стало? Ты по какой борьбе борешься? Самбо. По самбо? Боевое, да? Нет, а ты договорился с ним? Да. Да? Хорошо, сейчас, 2 секундочки. Я четвертый раз. Так. Мате, отдыхаем. Так, Пастухов, вставай. Игорь, вставай. Ему через бедро 10 раз. До Артему 10 раз через бедро. А Игорю 10 раз через спину с колен. Все остальные отошли. Так, не-не-не-не-не, перейди туда. Мальчик, уйдите оттуда. Все остальные ушли. Отсюда тоже ушли, потому что снимает. Уйди, камера снимает. Так, вы оделись, все, сейчас начнем. Пошли. Раз. Два. Пастухов падает хорошо. Три. Да. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Она готовится на республику по взрослым. Десять. Гереша, пожалуйста, через спину с колена. Игорь, через спину с колена она делает. Давай, Михаила, давай! Чуть-чуть отойди. Пошли. Раз. Тащи, тащи его. Два. Тащи, 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 тащи. Вот так. Три. Три шага назад, потом бросок. Тащи, тащи, тащи. Четыре. Вот так. Тащи его. Тащи, 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 тащи. Пять. Чуть-чуть сопротивляйся. Давай, давай, давай. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так. Шесть. Старайся на две ноги, чтобы... Давай, 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 еще 4 броска, тащи, 7, еще 3, давай, 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 Михаила, давай, давай, вот так, 8, еще чуть-чуть послабее, сопротивляйся, 9, давай, пошла, 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 вот так, все, сказала спасибо им, спасибо. Пожалуйста, все, завтра я тебя жду, что, ой. Я думал, вы новый ритуал уже нашли какой-то. Так, значит, сейчас у Чиконы Миша вышел со своим другом. Так, покажи Мишу у Чикоми через плечо. Нет, движение, тащи, тащи и подвернись. Оп, отлично, стоп. Сейчас я покажу. Кто кашляет, тот курит. Тащи, пошел. Не-не-не, не сильно сопротивляйся. Оп, и здесь чуть-чуть побежал. Но ты, ноги ставь шире, чтобы меня не ударить. Значит, три человека. Один держит. Один держит, другой идет, ноги шире, но 6 вместе дальше меня. И второй поворачивается, не в полную силу. Сначала немножко, а потом чуть-чуть. И меня. Так, Георгий. Хорошо. Хорошо. С кем был Георгий? Со Славой. Слава. Я внутри. Где? Ну, будешь. Туда. Подержишь? Да. Что сидим? Встали. Игорь Пастухов. Сережа, Артем, Игорь. Да. Да, вы втроем. Этот боец. Вы
сюда. К нему. Так, вы втроем. Раз, два, три. Все, пусты. А, здесь никого нет. Может, вам и лучше дать? Возьми партнер.
на заднюю подножку. А он через грудь показывает. Так, это, боец. Петру, Петру, идешь к Игорю. А ты пойдешь к Пастухову. Здесь Игорь Пастухов, Игруша. Не хочу. Ну, моя есть. Хватит, я только уже да, блин. Что, если уже не хочет, то здесь. Саша, вот, Саша идет сюда в троечку. Миша, Илюша, Ваня, троечку. Сережа, Артем. Сережа, Артем. Петру. Игорь. Эй, ебалуйся. Что я с 3 до 5 переведу? Две минуты осталось. Саша, пойдешь к Славе, Георгия, Ваня, Миша. Кого им туда подтянуть? Вот я иду. Я вот так взял. Я на Илюшу туда, да? А вот это высокая. А если есть собака? Пастухов пойдет с тем пацаном. Раз, два, мили. А, Пастухов как раз пойдет с теми двоими. Не балуйся! Это тут так перевести, правильно. А уже там твои. Мешает он здесь. Бороться не с ним. Там Блея, Вика, блин, Арина. Мате! Стоп, не уходит. Значит так, тройка идет. Тренер, Георгий и Слава. Перейдите вот сюда, на этот, вот сюда. Да, Миша. И он, и Илюша. Поставьте мне. Туда? Пока рано. Пока рано, понимаешь? У них на 10 килограммов все. Я тебе дам побороться с семьей. Так, здесь Игорь, Игорь, туда. Артем и Сережа. Сюда Артем младший. Петру и Нику. Петру и Нику сюда. Так. Вы. Вы будете здесь бороться. Ты жвачку жрешь? Надо выкинуть. Смотри. Вот ко мне зайди. Сбоку там есть ведро. Так, начнешь с ним. Так, вы вдвоем. Мы втроем. Вы вдвоем. С кем ты втроем? Мы. И вот с тем чучелом.
Да? Мы вдвоем сюда. Вот здесь сядьте, сейчас я с вами туда подвинься, туда подвинься, туда подвинься, туда подвинься, туда подвинься. Так, здесь Артем, Сережа и Игорь. Да. Втроем, кто-то выходит из вас троих. Я не твою же А, ты с ними не борешься, да? Ты ждешь, чтобы они устали. Значит так, здесь такая вещь. Значит, смотрите. Это, сейчас, одну секундочку. Убираю. Раз, таймер. Таймер. О, уже 35 минут прошло. Брос. Значит так, 2 минуты. Я говорю, поменялись. Значит, сразу один уходит, другой выходит. Если Илюша, ему тяжело как бы, значит, Миша стоит, меняется только Ваня и Илюша. Миша устал, значит, Ваня стоит, а вы меняетесь с Мишей. Здесь, Саш, вы смотришь, устал или еще как-то, значит, они пока меняются, потом ты меняешь, или сразу меняетесь. Здесь Пастухов. Значит, нет, 2 минуты борешься с ним, 2 минуты с другим. 2 минуты, дальше получается так, 2 минуты с одним, 2 с другим, 2 отдыхаешь. Понятно, да? Готовы? По 2 минуты меняться будем. Время. Так, пацаны. Нет, сейчас я буду. Значит так, боец, один сюда, другой сюда, Шизацевый, камера аккуратно, сюда сели. Так, значит, у меня, по какой борьбе, вот там они сами договариваются. Пастухов точно под дзюдо соседи борются, а? С Игорем по дзюдо, а с Короленко тоже под дзюдо, потому что сейчас республика, и ты под дзюдо, потому что на республике будешь выступать. Через неделю, в следующую неделю. Значит, бойцы, послушайте меня. Значит, вы у меня самые большие здесь. Да. И вы говорите, у меня самые большие, это поступило. Вот. Ну, ему уже не интересно. Я не знаю, что делать. Здесь вы будете бороться. Правильно. Ну, знаешь, с Игорем им тоже не интересно. Я тебе объясню. Вот представь, да, что ты все время борешься с вот таким маленьким. Тебе будет интересно? Нет. Может быть... Не знаю. Да. Миша ушел оттуда, мэй. Илюша, что ты ноги расставил? Упал, ноги соберись, потому что упасть могут сверху. Сережка, за ногу не бери. Я не прав. Дзюдо. Нет, просто на всякий случай. Так стоишь. Вот, поэтому я не знаю, как. Может быть, вас нужно пойти перевести. А с кем там бороться? Значит, с кем там бороться? Там есть Мариус. Там есть... Мазара нет. Этот Мариан. А? Мариан. Тоже ходит? Да я бы выгоню. Какой он? Чубок моя. Я его выгоню, потому что он ходит учится. Он тоже получится. А так кого получится? Так, Сергей. Он не понимает, что 10-11-12 класс они обязаны ходить. Уже сегодня уже позвонил и родителям, а он приехал с бабой. Он думает, что он может все делать. Он не понимает, что есть какие-то. Как они называются, кисть какие-то. В общем, одно скажу. Мне здесь с вами тяжело. Почему? Потому что нет, вы только. Тогда между собой только боретесь. Видите, здесь как бы большие распределения. А вас не могу поставить. Они говорят, сильные. Я даже не знаю, что делать. Попробуйте.
с пол примерно от 3.15 до 5. Даже там если девочка больше. Да, девочка. Ну тоже не хочет. Почему? Время поменялись. Оживаем. Оживаем, все, поехали. Так, я что такое? Просто включить надо. Аджима. Давай сейчас поставим. Ну что, проект покачался у вас? А что ты делал? А, вот да, да. А, все. Здесь. Все, я понял, да, вверху. Я посмотрел здесь, и здесь я что-то вижу уже. Без очка. Ну что, могу я вас не ставить покачаться? Мы будем бороться. Да, встаньте там на сундуке сюда. Последний не побойтесь. Одну центр, да. Потом идете туда. Хорошо? Последний подопьет. Потом еще раз пойдет. Ага. Ага. О, 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 боец, боец. Ты останься. Нет, ты сядь туда. Сережка, да. Побори с ним очень аккуратно в середине. Вот-вот молодой человек. Можно партер? Не, никакой партер, смотри, какие силы. И еще, посмотри на меня, в стойке, если бросаешь, ты должен в стойке остаться. За подными руками. Можем его вообще не бросать, походи. Пусть они борются. Здесь, смотри, в стойку. Сереженька, только в центре. И сразу поднимай его, сразу поднимай. Ай. Сразу поднимай, потому что такие пацаны здоровые. Да. Я так его больше сделаю. Время поменялись. Тот две схватки провел, отдыхает. Ты ушел. Этот, Игорь, до свидания. Эй, боец, с ним, Игорь, в середине. На ревидере. А ты ушел. Игорек. Да. Сережа, Игорь, Пастухов, когда вы свободны, вы берете, кто отдыхал. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Вот он отдыхал, значит, вы его возьмешь, если будешь отдыхать. С ним бросок, остаетесь в стойке, захват двумя руками, с ними аккуратно. Джиме! Джиме! Вперед, вытащи его! А куда ты делаешь? Ну все равно не соплывай. Машука! Да! Ты ж больная! А ведешь себя как здоровая! А, Артем вылечил? А как он тебя вылечил? Пинками? Я буду знать, буду тебя лечить так. А, деньгами? Да. А он тебе много был должен? Эй! Игорь, что ты лежишь только в стойке? Там же много народу, Игорь.
Мишаня, уходи в сторону, Мишаня. Молодец, Славуня. Стоп, стоп, аккуратно там, Игорь. Я сказал, стойте, Игорь, мэйцы ранимые. Игорь, дроник, стойте. Как он боролся? Как он? Скажи ему, стоп, на той стали. Ты пойми, ты в центре, туда все могут упасть. Время! Поменялись. Ты сколько провел? Уну склад. Значит, уну дой, а потом отдых. Туда, на жумытате, туда. Туда, жумытате. Жумытате. Туда. Ай, вот тут. Шат, каджиме. Ой, у них кимоно нормально. Нормальное кимоно. Специально для вас. Он еще рукава обрежет. И глаза на них сделает. Артем и этот его, как его, это Петр. Нику. И уйдите сядьте. Здесь же броски идут. Отличный Игорек. Игорек Мате? Игорек Мате? Вот там можешь, в том углу можешь. Отлично, Петр. Цыни, а сын коми? Мате? Так. Я не видел полностью, но можно я даже... Я делал зацепленную. Не знаю, не знаю, не могу сказать. Кто там бросает? А, вы что, пактери, ну лупки, только ла печаль. Да, перевести их туда, потом будет потерять. Там пацанов нет, только с девочками берут. Они уже взрослые. Я уже говорю, у Валерии там такая грудь. А что там подворачивается, как по грудям дошли. Маты! Поменялись? Сам лучше. Пошел сейчас.